көңілім қайдап тұрса, көңілім сайрап тұрса, жасанып жайнап тұрса. Дала сөндірме жанырыңды, жазғырма тағырыңды, бақытқа әр күніңді. Бала арманың барда, жан шаға талма, жасқанып қалма, жүре бермек алға. Қиналсам андасанда, үмітің алдасада, өтпелі әрқашанда. Бәрі сәтсіз күн оралмасын, қайғыға жол алмасын, жүректің жоқ алмасын. Сәні арманым барда, жан шама талма, жасқанып қалма, жүре бердек алға, өмірсін аса. Добрый день, Катя, я поздравляю вас с полученным третьим местом. Среди стольких учеников получить заслуженное третье место – это огромная заслуга. Я вас поздравляю еще раз. Тем более вы участвовали на Олимпиаде по казахскому языку. Да. Замечательно, Катя. Как ваше настроение? Настроение просто отлично. Мне очень понравился город Шымкент. Мне очень понравилось само, как организовали Олимпиаду, как организовали какие-то внеклассные мероприятия. Я очень довольна. Я надеюсь, что я еще приеду к вам на следующий год еще раз поучаствовать в Олимпиаде и, может быть, занять более высокое место. Мы очень рады, Катя, что вам у нас понравилось. Мы вас с радостью встретим. В следующем году будем вас ждать. И надеемся, что это ваша не первая будет победа. В дальнейшем мы желаем вам успехов и победы. Большое спасибо. Добрый день, Алина. Я вас поздравляю с заслуженным третьим местом. Спасибо. Как ваше настроение? Настроение очень хорошее. Я рада, что в первую очередь приехала в Шымкент, попробовала участвовать в Олимпиаде. Честно, не ожидала, что выберу третье место, но очень рада. Но я хочу отметить, что это заслуженное третье место, так как среди стольких учеников получить место – это огромная заслуга, Алина. И у меня такой к вам вопрос. Вот вы вернетесь себе на малую родину. С кем в первую очередь вы поделитесь своей победой? Конечно же, как любой человек, я поделюсь в первую очередь со своей мамой и бабушкой. Обязательно позвоню своему учителю по казахскому языку, и друзьям. Замечательно, Алина. Успехов вам в дальнейшей жизни. Мы надеемся увидеть вас в следующий раз. Мы рады, что мы вас встретили. Спасибо вам большое. Добрый день, я поздравляю вас с вашей победой. Спасибо. Поздравляю вас. Спасибо. Пожалуйста, представьтесь. Меня зовут Наглубаева Асьям, я ученица 10 класса. Я приехала с Актобе, ученица Назарбаевской интеллектуальной школы физико-математического направления. Меня зовут Ахмед Диас, я ученик 12 класса, приехала из Международной техной школы физико-математического направления города Тарас. Очень хорошо, замечательно, спасибо большое. Я очень рада за вас, я поздравляю вас с заслуженным вторым местом. Я уверена и надеюсь, что это не последняя ваша победа. Желаю вам в следующем году тоже участвовать на Олимпиаде и уже вернуться к себе на родину с достойным первым местом. Спасибо. Хотелось бы вам задать вопрос, как ваше настроение в целом сейчас? Отлично, потому что я думаю... если честно, были достойные соперники, и я очень рада, что заняла призовое второе место, и я переполнена эмоциями. Также это был отличный конкурс, отличное соревнование. Я опробовал свои силы и понял, что я способен на довольно многое. Замечательно. А с самого начала вот была ли у вас какая-то уверенность? Вы до конца с ней прошли или как? Вообще была ли уверенность в том, что вы победите, то есть вы заслужите достойное место? Да, я очень усердно готовилась к этой Олимпиаде, поэтому я была уверена на 100%. И, конечно, я не заняла первое место, но я очень рада, потому что все-таки это было сложно. Для меня это шаг вперед, потому что в прошлый раз я занял третье место на Олимпиаде. И теперь я вижу, что
Все мы развиваемся, как соперники, так и я сам. Мы выходим на новый уровень. Я очень рад, что я занял призовое место сейчас. Я тоже очень за вас рада. И с надеждой я вас хотела бы отправить на вашу родину, на то, что в следующем году вы вернетесь к себе на родину с заслуженным первым местом. Спасибо. Спасибо вам большое. Желаю вам удачи. Менің есімім Темірлан болады. Алматы қаласы физика-математика бағытындағы Назарбаев зияткерлік мектебінен боламын. Көңіл күйіңіз қалай? Көңіл күй өте керемет. Барыс өз деңгейінде өтті. Жүлделі орын алғанымыз өте қуаныштымыз. Негізі бұдан да үлкен жүлделі жетуге болар ма еді. Тек сәттілік пен дайындық жетуге болар. Бірақ бақыттымыз, қуаныштымыз. Әрине, бұндай үлкен деңгейдегі додада топ жарып екінші орын алу әркім үшін бақыт шығар. Қалай дегенмен де бірінші орын алуға да мүмкіндік бар еді, мен досым айтқандай. Бірақ сәл жол болмады дегенмен. Ең алдымен осы өздеріңіз алған жеңістерді кіммен бөліспекшісіздер? Ең алдымен өз ата-анаммен бөлісемін, және де Қызылорда қаласында өзімнің сыныптастарым, маған Қазақстан тарихынан сабақ берген мұғалімімен баршада Қазақстан халқына бөлісемін. Әлбетте ата-анаммен, туған туыстарыммен, достарыммен, жақындарыммен бөлісемін. Осы жарысқа дайындалу барысында сіздерде жеңемін деген ой болды ма, және сол жеңемін деген сеніміңіз ақталды ма? Әр адамның өз ойында, өз көңілінде бір жеңіске деген ынта болу керек. Менде негізі ынта болды, бірақ өзім сәттілік жетіспей қалғанмен, немесе өзімнің сәл қателіктерімен екінші орын алдым, бірақ үмітім ақталды, бір орын көремін керек. Менің ойымша жеңіске деген ынтаң болмаса, ондай додаға қатысудың да керек жоқ. Құттықтаймыз, рахмет. Я ученик Назарбаев интеллектуальной школы города Астана и призер, победитель Олимпиады по английскому языку среди 10 классов. Меня зовут Абена Ахутиман, я из Алматы, и я победила по русскому языку и литературе. Замечательно, я всей души вас поздравляю с заслуженным первым местом, так как этот бой был, бой, как можно его назвать, был очень нелегкий, столько учеников. И как вообще Олимпиада проходила для вас? Ну, потрудились мы на славу, конечно. Пришлось постараться. И мы так долго шли к этому моменту. И одно дело это узнать результаты Олимпиады, а другое это почувствовать победу в руках. Меня переполняют положительные эмоции. Очень рад. Я даже не ожидала, что выиграю первое место. Это была приятная радость. Ну, теперь у нас, конечно, есть еще более глобальная цель – достойно выступить и показать себя на республике. И надеюсь на такой же положительный результат. Я тоже за вас кулачками держусь. Удачи вам в дальнейшей вашей Олимпиаде, вообще в вашей жизни, успехов вам. Я с уверенностью хочу сказать, что это не первая ваша победа, что в дальнейшей жизни, в будущем мы вас увидим с высот огромных.
и будем говорить: «О, это же Владислав из Астаны, это Владислав». Спасибо. Что насчет ваших соперников? Мы были очень сильные соперники, но я смогла их выиграть. Горжусь этим. Было очень сложно. Соперники действительно были очень сильные, каждый заслуживал победы, но все так сложилось очень удачно. Хорошо. А с кем бы вы в первую очередь хотели бы поделиться своей радостью? Вот мы первые, а потом? Пожалуй, со своей семьей и, конечно, со своими учителями, которые, безусловно, сыграли немалую роль в этой победе. Ну, я поделилась тоже со своей семьей в первую очередь и с моими друзьями, одноклассниками. И потом дальше. Я очень горда, что такие замечательные ученики у мы есть в нашей республике. Я вас отпускаю с уверенностью на то, что в республиканской даче Олимпиаде у вас все получится. Спасибо вам большое. Удачи, успехов. Всего доброго. Спасибо. Мен Нұрберген Азимов, Орал қаласында физик-математик бағытында Назарбай зияткерлік мектебінің 12-ші сынып оқушысы болып табылам. Нешінші орын алдыңыз? Мен осы құқық пәні бойынша бірінші орын алған болатын. Құттықтаймын. Көңіл күйіңіз қалай? Көңіл күйім өте тамаша. Өткені бұл олимпиадаға мен тер төгіп осы жарты жыл соңғы жарты жыл ішінде дайындалған болатынмын және үмітім ақталды. Ең алдымен осы алған жеңісіңізді кіммен бөлісесіз? Ең алдымен ата-анама, ата-анаммен, ал кейін осы мені дайындаған мұғалімге, сосын директормен. Сіздерде осы жасқа дайындалу барысында жеңемін деген мақсат болды, сенім болды, сол сенімдеріңіз ақталды деп ойлайсыз ба? Әрине. Себебі мен осы Шымкент қаласында өткен зияткерлік мектептердің арасындағы олимпиададан бірінші орынды алдым. Бұл үлкен мен үшін мақтаныш. Жеңісіңізбен құттықтаймын. Тіршілік қайнап тұрса, көңілім сайрап тұрса, жасанып жайнап тұрса. Дала сөндіме жанырыңды, жазғырма тағырыңды, бақытқа әр күніңді. Бала, арманың барда, шаршама талма, жасқанып қалма, жүрегіңдек алға. Күйіміз керемет, себебі біз номинацияны аламыз деп, онда номинация бар екен де білген жоқ біз. И бір екіншіден номинация жан біздің мектептің атын атаған кезде, біз қағыз қателес тұрмыз ба дегенде ойлап қалып, біздің мектепке бергеніне біз күтпеген жерден үлкен осында жеңіске, осында жетістікке жетіп отырмыз. Рахмет сіздерге. Добрый день, я вас поздравляю с вашей вот такой вот победой. То есть ваши школы являются самыми лучшими школами к подготовлению к Олимпиаде. И самые первые наши вот цель, то есть всю цель, вот эта вся мотивация, она исходила от вас. То есть я очень рада за вас, я тоже очень волнуюсь. Я вас хочу поздравить вот с этой замечательной вашей номинацией. То есть благодаря вам столько учеников получает знания, добивается многих высот, многих целей. Вот как в целом шла ваша подготовка? Спасибо большое. Это такая неожиданная награда для нашей школы. Хотя мы, конечно, надеялись на то, что нас выделят
мы практически по каждому предмету получили грамоту. Мы приехали 11 учащихся с нашей школы, и по всем предметам мы получили грамоты. И остальные учащиеся, которые не получили грамоты, у них все равно высокие баллы. Они где-то на четвертое место выходят. Поэтому были все очень рады. А вот такая номинация, когда лучшие школы, это, понимаете, да, я думаю, что это для школы, для наших учителей, школы физико-математического направления, получить награду за подготовку к общественным гуманитарным дисциплинам, это большая честь. И я думаю, что это я, во-первых, благодарна этой школе, благодарна организаторам этой школы, что так организовали и, как говорится, изобрели вот такую награду. Раз. Второе, естественно, большое-большое спасибо всем нашим преподавателям, которые готовили школу, школьников к этой олимпиаде, потому что все ребята у нас в основном физики и математики, на гуманитарии они мало внимания обращают, но вот здесь вот они себя показали очень хорошо, очень рада, благодарна, и желаю вашей школе тоже побед и побед. Медузна артистерме, Алматы қаласы физико-математика бағытындағы артистерме де үлкен рахмет айтқым келеді, себебі мына оқушыларымызды көп уақыттай дайындап, осы жеңіске алып келген еңбектері ақталып, біздің үлкен осындай жеңіске жетуімізге, мәртебеміз көтерілгеніне үлкен көп рахмет. Сіздер де келесі жолы да осы олимпиадалық ойын барысында қатысуларыңызды күтеміз. Енді Алматы және Орал қалаларына аман есен жетулеріңізді тілейміз. Рахмет. Спасибо вам большое. Мы желаем вам успехов и в дальнейшей вашей деятельности. Спасибо вам большое за то, что вы у нас есть, что в нашей республике есть такие люди, педагоги, которые воспитывают наше поколение. Спасибо вам большое. А вам спасибо за то, что вы создали вот этот репортаж с места событий. Это вообще интересно, новое. И за то, что вы сайт изобрели, где все можно прочитать и увидеть. Спасибо вам большое. Спасибо, Рахмет. Спасибо. Мы вас ждем в следующем году. С распростертыми руками мы вас встретим. Спасибо вам. Жүректің жоғалмасын.